Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Strong Leg Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед тем, как использовать скрипт, убедитесь, что у вас есть рабочий чит для версии Roblox от Microsoft Store. Напоминаю, что сейчас читы работают только на версии Microsoft Store, либо же, как вариант, можете играть с телефона с помощью мобильного чита. Либо третий вариант — это скачать эмулятор Android на ПК и с него делать все то же самое, как и с телефона. Вот. Короче, переходим в Exploits, если у вас нет никакого чита, и скачиваем чит от Fluxus. На данный момент из всех читов работает только он. Ну, из всех читов, которые находятся на сайте. Видео прикреплю, как его получить, как скачать. Напомню то, что он используется с ключ-системой. В принципе, там сложного в получении ничего нету. Посмотрите, я думаю, поймете. Далее, после того, как скачали, пишем название режима, нажимаем поиск. На данный момент пока что есть только один скрипт, больше я, к сожалению, не нашел, потому что этот режим новый, и пока что вот только один скрипт на него создали. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт и нажимаем кнопочку «Ввести». И ждем, пока заинжектимся. Так, все, инжект вроде прошел. Когда вот надпись «Inject Fluxus» пропала, это либо у вас получилось заинжектиться, либо нет. Как это проверить? Запускаем скрипт, вот здесь кнопочку «Запустить», нажимаем. Если он появился, то значит у вас инжект прошел. Ну, давайте, в принципе, проверять сам скрипт. В принципе, функций здесь довольно мало. 4 функции всего лишь. Нет, не 4, даже 5. Но в целом, я думаю, пойдет. Значит, первая функция — это train. Нажимаем и смотрим, что происходит. Как видите, меня автоматически тпхнуло на вот этот тренажер. И я постепенно начинаю зарабатывать силу. Как видите, эта функция работает. Так, давайте с него слезем, идем дальше. Это Wins Farm. Включаем и смотрим, что происходит. Здесь мы начинаем с вами с кем-то соревноваться. Но, кстати, на удивление, у моего противника 50 сил, у меня 27. Но я его почему-то выигрываю каждый раз. Странно. Вот, и вот эта функция, она работает полностью автоматически. То есть вам даже не нужно кликать, за вас автоматически кликают и побеждают вашего противника. И, как видите, победы тоже прибавляются. Отлично. Дальше автореберст. Скорее всего, у меня не будет хватать. Да, 50 побед нужно, у меня только 11. А я их 100 лет буду копить. Также есть автооткрытие яйца. Скорее всего, 100% оно должно работать. Ну, не 100%, 99%. Обычно всегда автооткрытие работает. Но показать сейчас я, к сожалению, не смогу, потому что у меня не хватает побед. Нужно 30 побед минимум, а у меня 11. В принципе, я думаю, эту функцию сами сможете проверить. Тут все понятно. То есть первое — это для вот этого яйца получается функция автооткрытия. И второе — это для ивентовского яйца, вот оно находится. В принципе, здесь больше яиц, как я вижу, нету. Так, ну ладно, в принципе, буду на этом заканчивать. Вот такой прикольный скрипт я сегодня для вас нашел. Кому понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был AceBan, всем удачи и пока!